What is happiness for you? Удачный эксперимент по выращиванию королевской вешенки по нестерильной технологии. Блоки были сделаны большие. Это неправильно. Во-вторых, сверху не оставлено вот этого целлофанчика для того, чтобы сделать им полноценную тепличку сверху. Ну, вот так они должны выглядеть по внешнему виду. Вот что-то такое. Блоки большие не стоит делать, они должны быть 1,5-2 килограмма. Сверху обязательно ставить полиэтилен для того, чтобы можно было сделать им такую большую тепличку. И так они будут себя больше хорошо чувствовать в таких условиях. Примордии здесь есть вот в разных местах. Вот и здесь. Ну, абсолютно понятно, я такой способ не приемлем. Вот там еще где-то примордий. Но главное показало, что посев мицелия, то есть 100% здесь вот примордии тоже, там внутри в пакете. Посев мицелия 100%, то есть брака не было. По нестерильной технологии можно упаковывать королевскую вешенку, только нужно исправить вот те ошибки, которые были сделаны. И тогда можно выращивать королевскую по нестерильной технологии. В дальнейшем мы это все исправим. А пока все.